2022 год, 14 сентября. С вами доктор Саида Ханым. Мы находимся на базе санатория Таза Хавро. У нас есть больной Нусипбай Санжар с диагнозом микроцефалии. И послушаем, какие у них изменения. Они лечились по авторской методике доктора Джалилова здесь, в санатории. Какие изменения у вас? У нас прирост головы на 2 сантиметра. Ребенок стал поспокойнее, сосательный рефлекс вернулся. Ребенок стал спать. Здоровый сон у него ночью. Днем хорошо спит. Аппетит улучшился. Вес начал прибавлять. Также у нас получается... Ребенок с 2 месяцев сам не какал, за счет только микроклизм. Сейчас он стал уже 10-й, в 13-й день, он сам какает. Так в целом улучшение виды. Ребенок стал голову поднимать, уже почти на локте пытается опереться. Ту-ту-ту. Лечение пойдет на пользу. Спасибо. Дай вам Бог здоровья. Спасибо большое. И улучшения.